Уважаемые коллеги, участники нашего заседания, сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги развития Евразийского экономического союза за 10 лет и определить формат интеграции на перспективу. Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации стратегии 2025. Принятые нами меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств-членов Союза. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105%, в абсолютных цифрах около 90 миллиардов долларов. Темпы роста. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках. Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое, хотя вопросов вызовов в интеграционном строительстве меньше не стало. Для того, чтобы проиллюстрировать этот тезис, приведу лишь несколько красноречивых примеров. Первое. В прошлом году приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации. Несмотря на это, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается. При этом хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений, быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают, лидеры государств. Однако они далеко не всегда быстро реализуются. Хотел бы обратить внимание всех присутствующих, что такая нерасторопность реально отражается на финансовых результатах работы наших предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран. С учетом внедрения нового механизма финансовой поддержки промышленной кооперации, просил бы комиссии инициативно включиться в данную работу и организовать взаимодействие как в разрезе отраслей, так и с привлечением деловых ассоциаций и объединений государств-членов нашего Союза. Средства на субсидирование проектов выделены немалые, и их нужно целевым образом очень эффективно использовать. За это отвечают и наши правительства вместе с комиссией. Второе. Беспрепятственный доступ к государственным закупкам. Их объем в наших странах составляет почти 200 миллиардов долларов год закупки. Фактически государства, как покупатели товаров, работ, услуг, полностью управляют этим рынком, а также определяют политику закупок и каналы приобретения. Если мы действительно управляем, то давайте обеспечивать взаимный доступ по меньшей мере там, где производимая в ЕАЭС продукция может стать эффективным источником удовлетворения государственных потребностей. Однако в данной сфере все еще сохраняется национальный протекционизм. В реальности рынок защищается не от импорта извне, из третьих стран, на которые приходится почти две трети закупок в нашем Союзе, а от товаров и услуг, произведенных в странах нашего Союза. То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнеров. Убежден, вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения, потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом, и по большому счету это наша безопасность и это наша независимость. Третье. Цифровизация. Нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи. Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но возыны не там. А ведь это не политический, а технический вопрос.
Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран Союза. Считаю необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время. Еще раз подчеркиваю, технический вопрос. Четвертое. Техническое регулирование. Это направление тесно связано с предыдущим вопросом. Работа по техническому решению на завершающей стадии. Осталось только перевести техрегулирование в тот же цифровой формат. Уверен, в этом зале никого не нужно убеждать, что цифровизация техрегулирования предоставит нашей промышленности дополнительные возможности для развития, упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации, упростит их. Пятое. Транспортные услуги. Здесь хочу отметить в целом слаженную работу как на национальном, так и наднациональном уровне. Нам удалось найти решение по альтернативным маршрутам поставок товаров, договориться, пусть временно, об осуществлении перецепки, перегрузки, согласовать новые условия пересечения границ. Тем не менее, комиссии необходимо уже сегодня наладить постоянный канал обмена информацией со странами ШОС, в первую очередь с Китаем. Это нужно для более точного управления грузопотоками и организации эффективной работы по гранпереходам. Шестое. Продовольственная безопасность. В данной сфере считаю необходимым совершенствовать работу по унификации требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции, активнее внедрять инновационные подходы в агропромышленном комплексе. При этом нам крайне важно обеспечивать потребности нашего союза в продовольствии собственного производства. А мы это можем. Для этого нужно, чтобы наши аграрии, в том числе, имели свой высококачественный семенной материал. Седьмое. Международное позиционирование ЕАЭС. Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед. Подписано полноценное торговое соглашение с Ираном, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в формате пятерки с перспективными дружественными странами Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов, Монголии. Кстати, сегодня мы дадим старт переговорам по временному торговому соглашению с Улан-Батором. Однако работа по установлению партнерских отношений с третьими странами, по нашему мнению, нуждается в систематизации. В текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности, в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли, а с кем из потенциальных партнеров ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов. Пока мало внимания уделяется диалогу на уровне Союза с африканским континентом. Африка испытывает потребность в широком перечне наших товаров, работ, услуг и технологий. Африка, как и Латинская Америка, наелись уже колониализма от соответствующих ведущих стран. И это момент, когда мы должны прийти в Африку. Также огромное преимущество открывает для всех нас параллельное участие стран ЕАЭС, да и наших партнеров по Содружеству независимых государств, в ШОС и в БРИКС. Но нам не следует забывать своих ближайших соседей, друзьях, братьях, взаимодействие с государственными наблюдателями при ЕАЭС и странами СНГ должно быть в зоне постоянного и пристального внимания. Уважаемые коллеги, к десятилетнему юбилею ЕАЭС мы подошли с определенными достижениями. Наш союз еще достаточно молодой, но в его развитие уже вложено очень много сил, энергии и средств. Мы в ответе за то, чтобы он и дальше развивался на благо наших народов и на деле стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Я абсолютно убежден, что это нам по силам. Пользуясь случаем, хотел бы также поздравить всех присутствующих с очередной годовщиной героической победы советского народа в Великой Отечественной войне.
всех нас, пожелать мира, благополучия и процветания нашим странам. В завершение сердечно благодарю вас, Владимир Владимирович, ваших помощников, коллег, за теплый прием, высокий уровень организации нашего мероприятия и вас, как избранного нового президента Российской Федерации. Это ваше крупное международное первое совещание. Ну и мы, конечно, не подведем вас в этом плане. Спасибо вам огромное. Активные, последовательные усилия России по развитию и укреплению нашего партнерства сегодня важны как никогда.